По данным переписи, 125. У нас есть люди, которые уже много лет живут ниже радара. Чтобы не платить налоги, понимаете? Ни рыбы, ни работы. Давай, Билли, поторопись. Идемте. Скорее. Кладите сюда, давайте. Видите? Этим все сказано. И они не получали пособие. Обычная бюрократическая ошибка. В нашем городе 221 житель. Боюсь, нам нужно более надежное подтверждение, мистер Френч. Кому вы будете верить? Какому-то крохобору из Оттавы, который здесь никогда не был? Или мэру города, который знает наверняка? Я посчитал всех по головам. Мы не можем поверить вам на слово, извините. Хорошо, у меня есть идея. Сколько, по-вашему, людей в этом зале? Сотня, плюс-минус. 84, Трип. Идите за мной, я вам кое-что покажу. Что? Идем. Порядок. Пошли, пошли, пошли. Эй, эй, Генри, куда все пошли? Сейчас уже 8. Началась вечерняя передача. Может, выпьем? Много народу сидит по домам. Ну и, конечно, многие вернутся, когда здесь появится работа. Добавьте к этому пожилых. Так что людей у нас много. Будем? Будем. Пока не запретили рыбный промысел, жителей было в два раза больше. Будет работа, они сразу вернутся. Да. Сюда. А куда мы идем? Ну ладно. Я пошел. Нет, 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 останься. Давай поговорим о крикете. Я его обожаю, обожаю. Заходим, заходим. Скорее. Быстрее. Садитесь. Садитесь. Буква И, 23. Бинго! У нас есть победитель, помощник. Можно проверить карточку? Честное бинго. А у нас победитель, дамы и господа. Дальше играем на букву Т. Буква Т. Б-14. Б-14. 82, Трип. Играем в волшебную букву Т. Я же говорил.